Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, ребята и девчата, коллеги! С вами Феликс. И сегодня у нас 28 декабря. Скорее всего, это последний ролик в этом году. И, наверное, мне хочется вместе с вами подвести какие-то итоги вот прошедшего года. Где-то год назад я вплотную занялся темой торговли на Amazon и постарался делиться с вами своими успехами и неудачами, которые были. Вы тоже делали то же самое, делились этим со мной, за что вам всем спасибо. И у нас как бы образовалась такая виртуальная, дружная, большая, интернациональная семья, что самый главный итог уходящего года. Радостный итог. Итак, перейдем уже к деловой части этого ролика. <coughs> очень часто, очень часто меня просили и в личных и в группах в чатах показать свои результаты я этого не делал принципиально потому что во-первых это вводит в заблуждение особенно начинающих они волей неволей проецируют те же самые результаты на свои, на себя и если у них не получается то же самое, у них опускаются руки. Практически все, кто занимается обучением торговли на Amazon, любят ошеломлять своими показателями. Ну, у меня нет не такое правило. Но все же, чтобы не быть уже там совсем таким замкнутым, Хочу показать вот что. Ну, в течение вот этого года, как вы знаете, я занимался дропшиппингом. Это мой аккаунт продавца. Давайте обновлю страницу. <coughs> Опять же, здесь все ненужное убрано. То есть, вы не увидите мои результаты по сумме, сколько наторговал, сколько сегодня у меня было продаж. Ну, у каждого в кабинете есть вот эта вот вкладочка инвентарь, где вам показывается состояние инвентаризации, сколько чего продано за прошедший месяц. Вот последнее обновление было 28 декабря. И я тут оставил всего-навсего один товар, для того, чтобы просто объяснить, показать и еще раз Подчеркнуть, что дропшиппинг вполне законное занятие торговли на Amazon, что дропшиппинг прибыльный, прибыльный бизнес и при не при определенном, ну так сказать, умелом подходе здесь можно очень неплохо зарабатывать. Вот вы видите. Опять же, все товары, остальные напоминания убраны. Оставил только вот этот вот один диспенсер. Думаю, вам видно, что за истекший период, вот за 30 дней до 28 только одного этого продукта я продал 184 единицы. И то здесь вот... Было обновление 28-го, я перестал этим торговать 23 числа, 23 декабря я уже этим не продуктом не торговал, показываю его, потому что и дальше не буду им торговать, не буду его продавать больше. <coughs> Можете, пожалуйста, если кому интересно, вот этот лист, с него и шли у меня продажи. и почему еще раз показываю вот это все часто многие натыкаются на проблему бренда вот этот продукт он есть под разными брендами бренд там и в начале может быть указан и в конце может быть этот бренд указан то есть не обязательно вот подкрепляться к бренду вот видите здесь чисто просто название этого продукта никто тебе никаких писем никаких документов и инвойсов не, не потребует здесь можно торговать ну, со спокойной совестью и, и ничего не бояться количество продаж есть Листинг, это сейчас он упал в рейтинге, сейчас праздники, там торговля, все знаете, подсел. Он доходил, он не опускался ниже 2000, когда я на нем сидел. Ну и, соответственно, были продажи. Довольно-таки большое количество. Начинался этот листинг с 17 долларов, когда я на него... подключился, Ну стараниями в основном наших бизнесменов в кавычках. Цена упала. Сбили до 14 почти долларов. Но ну, и все равно при этой же цене выгодно продавать этот товар. Потому что на eBay вот я у этого товарища выбрал практически весь склад. Вот это мои покупки. 8.34 стоит этот продукт. Ну, сейчас там 8,68 с чем-то. Ну, около, в этом где-то пределе. Ну, естественно, при 17 долларах маржа была отличная, но и сейчас даже, вот если вам сейчас видно вот показания кораблей, маржа больше, больше 30%, если даже продавать вот по этой цене. Так что когда говорят, что негде брать товар, когда говорят, что негде найти хороший продающийся товар с хорошей маржой, я этому не верю, и вы не верите. Всегда при старании можно найти несколько вот таких вилок, пусть даже 5-6 штук, и иметь нормальный профит. Опять же, если возвращаться вот сюда, здесь где-то выходит по той цене доходность. Где-то около 3 долларов с единицы. И вот, пожалуйста, на одной этой единице, ну будем округлять, да, чтобы уже там слишком не вдаваться в расчеты. Вот 200 штук в месяц это 600 долларов на одной единице. Ш чистой прибыли. На одной единице товара. Если посидеть, поискать, постараться, можно таких найти. 5-10. Они. А будут продаваться и приносить ну, приличный доход. Вот сколько можно заработать на дропшиппинге. Просто надо иметь терпение, иметь усидчивость, дождаться, пока ваш аккаунт чуть постареет, пройдут эти 90 дней, набрать отзывы, никуда не писать. Это все пришло без просьб о отзывах. Их мало, но они есть. И Спокойно себе работать. Как сказал, я ухожу с этого листинга. И не только с этого листинга, а постепенно и с темы дропшипа. Потому что, естественно, <coughs> надо делать уже следующий этап, следующий шаг в этом бизнесе а именно онлайн-арбитраж. Мое отношение к private label, ну, многие знают, это серьезнейший бизнес с большими вложениями и с такими же рисками. Поэтому к нему надо или подобраться, все это изучить, проанализировать рынок <coughs> и только после этого делать private label. Ни у одного новичка практически private label не получается. Поэтому, э, ну, может быть когда-нибудь и надо делать private label, у меня тоже есть три товара. Один удачный, два неудачных. И в итоге все это неудачно. Вот на private label. Если так взять по большому. Поэтому следующий этап это онлайн арбитраж. Эта тема меня заинтересовала довольно-таки давно, когда уже начал идти нормальный дропшиппинг, все получаться. И набирал, собирал информацию, как это делать, что делать именно по онлайн арбитражу, какие продукты выставлять. И в итоге получилось так, что именно в конце года, как по волшебству, по, по подарок от Санта-Клауса, Заработал Marketplace. Marketplace Infini I. Собственным и бизнесом на Amazon у меня начинался с этой платформы, с надеждой на то, что здесь все заработает нормально. Можно будет и на eBay работать. У них была такая программа, такое желание. Сделать так, чтобы все могли там работать. но и за PayPal хромого не получалось. Сам этот marketplace тоже был у них в планах у компании Infini.i. И вот он запустился. У меня уже есть ознакомительный ролик по данной платформе. И сегодня постараюсь вот на наиболее часто задаваемые вопросы по маркетплейсу сделать несколько ответов. Первый вопрос. Сколько там товаров? Честно говоря, я отписав, отписывался там 200-400, потому что здесь товаров было очень много. Но я так на глаз прикинул, что ну да, где-то так точно есть. <coughs> на самом деле, вот перед тем, как снимать ролик, я сел и вот вышел на последнюю страницу этого маркета. И поскольку интересует именно в этом Marketplace, интересует именно продажи оптом коробки. Выбрал опцию коробок. Для обычного дропшипа тоже есть товары, но дропшип в принципе получается и без маркетплейса, да, если так по большому взять. Меня интересует именно это и здесь уже дропшипинг, это как на задний план отходит, если ты хочешь здесь работать. Итак, давайте вместе посчитаем. То, что здесь нету картинок, чуть позже покажу. Они есть на самом деле. Итак, 4 в ряд. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

наименований товара. 1400 наименований товара, которые можно закупать оптом и отсылать на FBA. То есть делать вот онлайн-арбитраж. Другой вопрос по маркету. Поскольку в том ролике показывались игрушки, тут не только игрушки. Вот как видите, здесь сам, самый разный товар. Самые разные товары. Вплоть до эксклюзивных продуктов там чуть ли не ручной работы так что выбор тут очень большой очень большой надо все это э, сравнивать анализировать определяться во что вкладывать что покупать и отправлять на eBay <coughs> вот такие даже эксклюзивные резиновые перчатки которые стоят 80 долларов то есть здесь самый разный продукт. Дальше. Давайте эту, эту страницу закроем. Вот один из тех продуктов, у которого нет картинки. Но когда переходишь, это просто продавец не загрузил ее. Когда переходишь, она тут есть. Можно кликнуть, посмотреть, что это такое, как оно выглядит и за сколько продается. Ну, здесь уже это дело техники. Ну, напи написано, сколько единиц есть, ск какое время требуется на отгрузку, вот 9 дней. То есть, вся информация здесь есть. Кто продавец, можно выйти на него и там написать ему что-то. Подчеркну, что здесь продукты, ну, 90%, насколько я так... 1400 товаров пересмотреть, это не там стакан воды выпить, да? Здесь 90 процентов не не от Инфини продукты. Инфини эти продукты не оно продает, не он продает. Здесь просто торговцы выставили свои продукты, и ты покупаешь у них, не у Инфини. Прибыль Инфини в этом случаи от предподготовки к отправке на FBA, то есть у них есть свой подготовительный центр, они за определенную плату готовят и отправляют продукт на склады Amazon. Как это все, ну выглядит на практике? Смотрите, вот например, например вот один из продуктов который я скорее всего так и сделаю и, ну, закуплю вот кейс из шести продуктов вот видите это кейс кейс стоит ну 35 долларов будем говорить так вот закупить 6 штук стоит 35 долларов сейчас мы с вами займемся некоторыми подсчетами которые уже э более практичный и больше вам дадут представление что такое вот этот marketplace для чего он служит да? <свят> вот этот вот продукт сразу говорю они все с инвойсами и законные никаких нарушений бренда никаких там вот там где твои документы все это предоставляется вам при покупке от этого продавца это авторизованный продавец, может быть, другой товар. Сам производитель выставил здесь. То есть у вас есть чистые инвойсы на этот продукт. На Амазоне, на Амазоне этот продукт продается в категории вот игрушки по 17,85. 17,85. И очень важно учитывать, что с FBA, вот Amazon Prime, да, с FBA при покупке, когда вы реально покупаете, вот за 17 с чем-то, вам добавляется шиппинг, потому что у них есть условия, что при покупке дороже 49 долларов фри шиппинг. То есть в реальности этот продукт стоит где-то, если вы будете продавать через FBA, еще где-то долларов 7, по-моему, ну вот на этот сейчас посчитать, сейчас посмотрим, покажет счетчик, калькулятор должен показать. 7.86 минус 2.68 где-то около 5, 5 долларов будет накрутка на при покупке с FBA но даже мы сейчас не будем брать вот такую цену будем брать именно то что есть 17.85 и э, плясать от нее так сказать перед тем как делать просчеты еще одна такая мысль уже высказывалась и в чатах, и в личных общениях. Вот смотрите, когда мы перейдем вот на продавцов, видим, что всего один человек поставил этот продукт на склад. Вот, Fulfill by Amazon. Но тот же самый продавец продает и поштучно. Видно, да? Это тот же самый продавец. Почему показываю вот этот вот момент? То есть получается, если мы купили законно, имеем кейсы 6 в данном случае товаров э этого, ну, это копилка этой копилки, то мы спокойно можем и дропшипить этот товар. Потому что Amazon уже. Раз он принял от этого человека товар на свои склады, он его уже проверил. Он этого продавца уже проверил. У него есть инвойсы, раз у него товар на складе. И то, что он здесь еще и дропшипит, это, ну, Amazon никогда ему не скажет, дай мне свои документы, потому что он уже видел его документы. У него есть право перепродавать этот продукт у него есть закупка этого товара. Представили, да, вот. Но если, допустим, будет хорошо продаваться, то и самому дропшипить это, ну, на любителя. Зачем самому дропшипить? лучше отдать на eBay, пусть продается. Дальше. Дальше, чтобы было понятно, во сколько нам обойдется вот единица данного товара, сделаем небольшие просчеты. В самом Infini, когда вы заходите, регистрируетесь на этом сайте, уже там есть в Pro Marketplace, полная раскладка в PDF формате. И все расценки, и на Marketplace тоже есть все расценки. Мы сейчас будем пользоваться вот именно их расценками. Значит, смотрите, мы платим 34,99 в данном случае. Ну, 35 напишем за 6 единиц. Далее, для того, чтобы подготовительный центр Амазона подготовил, наш продукт для отправки на FBA, то есть что значит подготовил, то есть наклеил именно те стикеры, которые надо наклеить от Амаз... амазоновские стикеры на каждую единицу, на надо это наклеить саму технику, как это делается, где берется, это уже отдельно своим рефералом буду объяснять но ну, чтобы остальные представили вот смотрите вот 14 центов вот оно стоит наклейка вот этого стикера и наклейка UPS кода все расценки есть на сайте 40 центов стоит вот в нашем случае упаковать в коробку если у вас какой-то продукт, вот, например, как этот, но он уже в коробке. Возможно, что его дополнительно еще в коробку и не надо. Но мы будем считать по полной программе, допустим, еще и, и что в коробку упаковать. То есть 40 центов на то, чтобы положить это все в коробочку. И здесь остальные в данном случае выплат нету оплаты за обработку своего продукта и все это уложить в коробку стоит 50 центов то есть наши дополнительные расходы на вот эти 6 единиц именно в, при, в подготовочном центре будет 6 раз 54 цента плюс 50 центов 6 54 это будет 3 и 30 где-то. 3,30. Плюс 50 центов. 3,80. Округлим до 4 долларов. Именно за этот кейс. Округлим до 4 долларов. Прибавим сюда еще плюс 4. Так, плюс 4. Плюс 4. Следующее. Для каждой единицы нам надо будет купить еще UPS-код. Ну, вот эти коды. Они стоят ну, в районе 50 центов за штуку. Законные, нормальные. То есть, не те, что на eBay даже продаются. А именно с сайтов, которые торгуют UPS-кодами. 6,50$ центов будет где-то около 3 долларов. Плюс 3 доллара. Равняется 42 доллара. Итого вот столько 42 доллара мы заплатим за 6 единиц данного продукта э, с тем условием, что он, он отгрузится и окажется на складе FBA. 42 разделить на 6 получается

умножить на 0,85 равняется 15 где-то к выплате и отнять 7. Это 8 долларов. Это будет не чистый профит. Не буду вас обманывать, потому что здесь еще есть определенные удержания Амазонок. Например, он 1 доллар только берет пик пак ну, доллар 6 центов. Все это зависит от веса товара и так далее, но все это приемлемо и все это оставляет нам э, прибыль. Вот доллар за уже амазоновскую упаковку, доллар за обработку ордера, 76 центов за месячное хранение продукта. То есть с вычетом всех этих расходов на каждой единице, как минимум, мы имеем около 5 долларов дохода. А 5 долларов дохода это у нас получается ну, больше 50% чистого профита. Чистого профита. И это, скажу я вам, ну, вполне, вполне, вполне приемлемые цифры для того, чтобы потратить в районе 40, ну мы посчитали 42 доллара купить один кейс и отгрузить на амазоновский склад это очень выгодные расчеты будет продаваться этот товар, не будет продаваться. Это уже бизнес э, риски, бизнес просчеты, бри, бизнес высчеты. Никто вам не сможет, никто вам не гарантирует продажи на Амазоне. Продажи зависят от вас, от вашей деловой хватки, от вашего умения подбирать хорошие продукты. Вы можете и снижать тут цену, если у вас товар на FBA, не значит, что это вот по мертвой вот такой цене. Вы можете своей инвентаризации и цену скинуть, и там промо-коды создать. Но это все очень э, обширное объяснение, так что я сейчас не буду все это подробно рассказывать. Но порядок цифр, э, думаю, понятен всем. И поэтому работать в Marketplace ну, это подняться на следующую ступень бизнеса в Amazon. Опять же скажу анонсом, что э, разрабатывается программа по онлайн-арбитражу не с Marketplace. Не с Marketplace. Мы и это уже прорабатываем в нашей команде. Так что будут и возможность э, поставлять по. Подобной схеме, только уже через другие подготовительные центры, другие товары на FBA. Я и мои товарищи, коллеги решили, коллеги по бизнесу здесь в Армении решили переходить уже на следующий этап. Будем развивать эту тему. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.